Доброе утро, мои юные друзья. С вами я, Уткин Артём. Сейчас вам покажу очень классное явление природы. Называется гейзер. Наверное, не знаю. Короче, горячий ключ. Источник, который бьет из воды. Горячей водой. Горячий ключ, наверное, правильнее. В общем, мы только отсюда. Ну, здесь никто не купается. Здесь вообще запрещено. Здесь просто она бешено горячая. Бешеная. А вот там вот внизу мы купались. Ну, там вообще сахарная вода так мажет. О, я расслаблен на все 300%. Единственное, что спасает, это мороженка. Вот такие дела. Предпоследний день, последний в Абхазии. До встречи.